Иди гуляй. Всем привет на канале Sound Illumination. Вышел с Бонной на прогулку и, пользуясь случаем, как обычно, решил записать видео. Будет кратенькое, но очень важное. И, как вы поняли, с названия об основном и о самом действенном методе дрессировки собак. Не буду ходить вокруг да около и сразу раскрою, скажем так, положу все карты на стол. Основной метод воспитания вашего питомца – это выделение ему времени. Самое главное – это время проведения с вашей собакой. Что бы вы ни делали, каким бы вы инструкторам бы не обращались, сколько бы вы ни читали литературы и не смотрели бы видео, ничего не поможет вам, пока вы не возьмете поводок в руки, не возьмете какой-то мячик, какие-то вкусняшки, не выйдете с собачкой в какое-то место спокойное и не начнете с ней заниматься. Вы можете меньше узнавать о разных методах воспитания, но проводя больше времени, вы больше будете понимать свою собачку. И, соответственно, намного лучше будет налаживаться ваше взаимопонимание. Потому еще раз, пожалуйста, обратите внимание, самое главное во взаимоотношениях с вашей собакой – это выделение ему времени. В предыдущих видео я уже говорил, если у вас этого времени нету или его недостаточно, и вы думаете, заводить вам собаку или нет, не заводите собаку. Если вы уже его завели, не доверяйте воспитание вашей собаки кому-то. Кто-то может приехать и помочь, но основная работа по воспитанию вашего питомца будет именно на вас. Потому, если вы будете думать, что вот я там обращусь к кому-то, он там все сделает быстренько, а я буду этим пользоваться, там, раз в день на полчасика буду с собакой выходить, и она будет прям идеально реагировать на все раздражители, окружающие вас, такого не произойдет. Ей нужно время, с ней нужно заниматься, нужно где-то более быть напористым, где-то наоборот дать ей самостоятельности. И таким образом со временем вы уже начнете понимать характер, особенности поведения конкретно вашей собаки. Потому что разные собаки даже одной породы отличаются кардинально друг от друга в повадках, в состоянии нервной системы, в реакции нервной системы на те или иные раздражители. И только вы, проведя время с вашим питомцем, сможете это все дело узнать, соответственно, подкорректировать свои какие-то там действия по отношению к этому и, соответственно, наладить хорошее, гармоничное взаимоотношение между вами и вашей собакой. Вот такой вот кратенький совет, но он самый важный, поверьте мне, самый важный. Еще раз повторюсь, время – это наше все. Проводите больше времени со своими собаками. Зачем вы их тогда вообще заводили, если у вас нету на них времени? Вот такой вот маленький вам вопрос. Напишите ответ, пожалуйста, в комментариях, кто смотрит это видео. На этом буду заканчивать. Спасибо большое, что смотрели это видео. Подписывайтесь на этот канал. Здесь я буду стараться постоянно размещать какие-то советы, какие-то уроки по воспитанию и дрессировке собак. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии, что бы вы хотели еще бы узнать, на какие темы мне еще поснимать видео, которые вас интересуют и которые я не обговаривал. И до новых встреч на канале Sound Illumination. Всем пока!